Мордовии в числе субъектов наряду с Москвой и регионами Дальнего Востока, в которых вакцинация проходит на высоком уровне. По данным на 18 февраля в республике от коронавируса привились до 5% населения. В регионах-аутсайдерах – Северный Кавказ, где привито чуть более 1% жителей. Сейчас в России активно используют две вакцины – «Спутник Ви», а также «Эпивак Корону», которая зарегистрирована в октябре прошлого года. Ситуация с коронавирусом стабилизируется. Уменьшается число новых выявленных случаев COVID-19. В связи с этим с 1 апреля в России отменяют обязательную удаленку для пенсионеров. Об этом говорится в постановлении правительства России. В документе теперь лишь рекомендуется перевозить сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим.